И даже когда человек лежит и встает резко, тяжело поднимается. То есть даже в каком-то значении, не говоря уже о том, что когда человек погружается в какую-то инородную среду, очень холодную. Так вот, во время этой практики кортизол падает. Из-за этого появляется такое чувство эйфории. Когда еще человек не долго и против, эта эйфория перерастает в такое состояние, когда человек реально курит какие-то наркотики, после этого у него появляется, как он смеется без причины, он такой счастливый, он любит весь мир. Это прямо с этим не контролирует.